Когда она приближается, довольно тяжело снимать. Это нужно стационарно снимать. Да. Здесь
ну да, приближает она добро. Ну, нет, никаких. А? Приближает она хорошо. А для охоты это выслеживать, да? Да нет, так просто. Дичь снимать, дичь. Откуда же комары в такой жаре, сука, нахуй, а? Ну, конечно, на воде тяжело снимать. Да, надо почву стабильную как-то, или там с колена, чтобы не шаталось. Ну, мы сейчас практически без качения. Сейчас, короче, это мы на Волге, да? Нет, мы в Ильмене. А это как называется? Приток или там раскат? Или это заливное озеро. Заливные какие-то территории. Озеро заливное. Но он не пересыхает, да? Не-а. Не, ну когда совсем воды мало, если в критическом состоянии, то бывает. Вот у нас на территории нашего острова, там два Ильменя вообще в сухую, вообще просто земля. Снимаем, а мы же потом в это выложим. Как его? В YouTube? Вон красноперка, смотри. Да, интересно. А, вон красноперка пришла. Краснопертка мы ее называем. Тка? Краснопертка. А, краснопертка, я что-то ее не вижу. Тяжело поймать. Солнце светит вообще без понтов. А к концу мая уровень воды здесь сильно упадет? К концу мая? Да. Она вообще, наверное, не упадет. Она вообще упадет. О, о, фазан где-то орет. Ну и он все там так и орет, нахуй. YouTube потом положим. Все ждет, когда его весло. Мы сейчас, в общем, в Астраханской области. Комары летают. Комары летают. Да, у тебя там комары уже летают, да? Да. Конец апреля. Это мы, в общем, в Астраханской области сейчас, да? Город Сургут. Да-да-да. Тула. Пригороды Тюмени. Вот. И это как его? Йошкар-Оласский район. Ну, это Волга же, да? Просто заливные угодья, да? Ильменское озеро Ильмень или Ильменское? Нет, Ильмень — это не озеро. Озеро намного больше. Ильменя это... Это Ильменя. Хрен он как. В общем, ничего мы не поймали. Кидали вот эти штуки. Вот эти вот пластиковые. Ничего не поймали. А с крючков вообще снимали наконечники? Или нет? Ну да. Спроси, окей, Гугл, что такое Ильмень. Он тебе скажет сейчас. Ну, Ильмень, озеро Ильмень есть, но я не знаю, где оно. Так. Озеро называется Ильмень? Да. Озеро Пельмень. Да, есть такое. Вот теперь давай. Алексей Михайлович тоже, он сейчас что-нибудь расскажет. Что тебе рассказать? Ну расскажи, как щуку выводить отсюда вообще, как можно? Как, Лёва? Какую, да, ее нету. Берешь и выводишь. Если она есть. Да, только ее надо сперва найти и знать, где она ползает. Покажи. Живца своего покажи. Да живец у тебя плавает. А, у меня вот тут вот, да? Так, а как же вытащить его? Ух ты, попал. За траву попал. Ух ты! Ух ты, вот смотри, как гнется. Это там щука стопудово. Ух ты, вот это щука, блин, вот это да. Зеленого цвета, да? Оторвал. Нет, это я спустил, просто опустил. Вот такие вот особенности национальной рыбалки такие, в апрельский период. Вот такие суки здесь водятся, да? Ну да, да. Ничего, у нас рыбалка начнется 2 числа, блин. Ну да. Снимаешь, да, Олег? Основная рыбалка кончится. Прибавляй. Начнется второстепенная рыбалка, блин. Майка хорошо, я смотрел видеорепортаж, у нее там тоже наезд до отъезда качественно снято. У кого? Да там какие диски были у тебя там. А, смотри, у меня? У Майки, да, эти репортажи. А-а-а. Вот так. Давай еще про рыбу расскажи, Лех, что-нибудь. Людям интересно будет, мы потом выложимся. Лех, смотри, во. Ух ты, прыгал как. Ну что, не прыгал, тут щука гоняет, а кто еще нахуй больше? Может, летучие рыбы какие? Ага, пытались залететь, блядь, не получилось нахуй. Крылатые, блядь, я. Рыба-летун, блядь. Не, летучие рыбы есть. У них такие плавники с боков. Длиннющие.
наверное, летают. Ну, они выпрыгивают и планируют метр 3-4-5. А рыба пила пилит, да? Рыба меч тыкает всех. Тогда рыба тык. Тыкает. Рыба меч. А звук она не приближает, да, Лёх? Нет, звук и так там слыхать хорошо. Ну да, там тот калякает он. Там, да? В деревьях, вон, да, там. Тот, наверное, вылазит, наверное. Да, здесь вот 80-ку, если кинуть, блядь, здесь будет суебись 80-ка. Матом, блядь. Ты скажи, если здесь 80-ку кинуть, то будет... Просто все замечательно. Они заебись. Да ладно, потом еще